Работа на московском шоссе кипит вовсю. Как только погода на улице стала плюсовой, городские службы приступили к уборке Рязани. Сейчас, например, часть сил брошена на мытье центрального забора на московском шоссе. Это, на минуту, самое большое разделительное ограждение. Едем мы в два экипажа, работают два кёркера, три человека. Стоит машина заправочная, чтобы мне техника не уезжала и нам сделать больше объема сделать по уборке. На сегодня план полностью промыть этот участок. С утра уже проехала техника, которая очистила колеса отбойники. А вскоре приступят и к очистке пешеходных ограждений. Моется он регулярно практически, по состоянию загрязненности забора. То есть мы его, опять же, сейчас мы его моем. Например, если он будет загрязнен, мы его опять перемываем. Глава города Елена Сорокина дала поручение провести генеральную уборку городских территорий до 1 мая. Она подчеркнула, что в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной очистке должны быть задействованы все силы и максимальное количество техники. Дирекция благоустройства города уже приступила к промывке тротуаров и ограждений. Особое внимание будут уделять уборке остановок общественного транспорта. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».